Стамбульская биржа в пятницу в автоматическом режиме дважды приостанавливала торги ценными бумагами после волны продаж, обрушивших основной индекс BIST-100. Об этом говорится в распространенном заявлении руководства биржи. Остановка торгов произошла за несколько часов до планового закрытия биржи. По состоянию на 16.24 была активирована автоматическая система. Сделки были временно приостановлены по всем направлениям фондовой биржи, по сделкам с акциями, фьючерсами и опционами, а также на торгах репо с акциями и долговыми бумагами, говорится в заявлении биржи. Аналогичная процедура была повторена в 16.54. Начиная с 15.20 индекс BIST-100 начал падение с уровня 2.380 и за час потерял 220 пунктов. В итоге до первого включения системы остановки торгов индекс упал на 5%. После возобновления сделок падение продолжилось, и сейчас индекс теряет почти 7% за сутки. Обвал котировок на бирже происходит на фоне продолжающегося резкого падения турецкой лиры. На данный момент она потеряла около 8% к доллару с начала торгов утром. Курс вырос до 16,8 лиры за доллар, что является очередным историческим антирекордом для турецкой валюты, который на 110% выше уровней начала года. Центральный банк Турции в пятницу в пятый раз за две недели вышел на рынок с валютными интервенциями, но охладить ситуацию не смог.